Друзья, значит, следующий наш товар. Открываем? Конечно, открываем. Опять этот скотч пойзеновский. Так. Что тут у нас? О, друзья, хит продаж. Отвечаю. Самая популярная кофта. Честно говоря, когда я заказывал, немножко переживал. Формальный признак. Сертификат Poison, подтверждающий оригинальность товара. И сама худи. Друзья, это очень оригинальный ход Nike. Посмотрите. Значит, это вид сзади. Да, это вид сзади. Что же тут мы видим? Тут прекрасно прошито. Друзья, это не наклейка. Это прошито, действительно прошито. И надпись «Have a Nike Day» на фоне подсолнухов. Друзья, посмотрите, какой цвет. Просто настолько приятно на ощупь трогать эту кофту. Друзья, еще раз, это прошито, то есть это не наклейка. Значок Nike. Также вы здесь видите значок Nike. Посмотрите, он сделан в виде улыбки. Кстати, это я только сейчас заметил. Хотя уже несколько таких кофт отправил клиентам. Посмотрите, здесь глаза, складка на лбу и улыбочка. Очень круто, очень. Давайте спереди оценим. Так, у нас тут все висят нужные нам штучки. Клипса Poison. Размер это у нас... Так, это, кажется, S-ка, да, S-ка. Тут, видите, немножко склеено что-то. Так. Вот так она выглядит спереди, ну, с капюшоном, естественно. Посмотрите. Оформлен в виде, в цвете Poison, значок, эмблемка Nike и ромашечка. Ромашечка. Смотрите, from Beaverton with love. Друзья, это для вас. Просто офигенская худи. Так, посмотрим внутри. Внутри у нас начес или нет. Нет, друзья, это худи без начеса. Без начеса, то есть просто ткань. Просто ткань. Ну, честно говоря, этот размер между S и M что-то. Вот так визуально я на себя примеряю. У меня размер M. Да, кажется, вот так. И вот так выглядит сзади еще раз, друзья, для вас. Что ж, друзья, проходите в профиль, читайте описание, оформляйте заказ. Привезу вам. Привезу вам сертификат и кофту отправлю. Все, конечно же, аккуратно упаковано.